Спонсор ролика – компания Fuse Foods. Готовая еда для охотников, туристов, рыбаков и им сочувствующих. Денек выдался просто замечательный. Великолепная погода, голубое небо и живописно размазанные по нему облака. Ну и, конечно же, по-осеннему, по-октябрьски яркая растительность, переливающаяся всеми цветами, вернее, всеми оттенками ярко-желто-оранжевых и зеленых цветов. Рудольф активно работал по набродам, а я не торопил его и не торопился сам. Уж очень хотелось дать собаке возможность поближе в очередной раз познакомиться с фазанами, куропатками, ну и, если получится, даже сделать по ним стоечку, как это и положено добропорядочной легавой. Поведение Рудольфа вселяло надежду, что фазаны вот-вот появятся. И согласитесь, так не бывает, чтобы следы фазанов были, а самих фазанов в них не было. Однако время шло, мы оставляли за спиной километр за километром, а фазанов все-таки не встречали. Правда, время от времени Рудольф начинал очень внимательно работать в траве, в кустарнике, и я тогда держал наготове свою верную двустволку. Однако все было напрасно. Так мы гуляли, нюхали, пока не наступило время обеда. Выбрав живописное местечко, которое вы уже видели в одном из прошлых роликов, я остановился там и начал распаковываться, чтобы покушать. Но тут Рудольф, который, как видели, мирно дремал под абрикосой, вдруг что-то унюхал в камышах, и мне пришлось спешно хватать ружье, заряжать его и идти сторожить. Вдруг вылетит фазан. Однако, несмотря на все усилия Рудольфа, фазан так и не вылетел. Очевидно, ветерок донес его относительно свежий запах. Поэтому и я вернулся к приятному занятию, которое было прервано несколько минут назад. А спонсором сегодняшнего моего обеда стала уже упомянутая в начале ролика компания Fuse Food. И сегодня я взял на обед нут с курятиной. А также обратите внимание на этот мой новый ружейный чехол, который изготовлен из таких классных материалов,
что можно его использовать в качестве подстилки. Обзор на чехол я делал уже ранее. Собакам бобовое категорически не рекомендуется, поэтому с Рудольфом я в этот раз нутом не поделился. Ну, ему тоже досталось пару вкусняшек. Подкрепив силы обедом, мы двинулись дальше. Рудольф в очередной раз прихватил свежие наброды фазана и даже сделал мне маленький сюрприз. У него получилась пробная, наверное, стоечка. Во всяком случае, он на какие-то секунды замер, уставившись носом в камыш. Но и здесь фазан не взлетел. Я уже повернул было домой и решил взять последний кусочек, как последняя надежда уходящего дня, прежде чем отправиться, покинуть угодье, отправиться домой. И вот здесь Рудольф порадовал меня в полной мере. Молодой петушок. Молодец, Руди, стоять! Руди, молодец. Руди, иди ко мне. Угу. О, ягода есть. Хорошо. Вот тут. Поработай, Руди, поработай. Поищи. Давай, ищи, где-то он, этот петушок. Аборт. Итак, петух был взят, ну а над подачей мы еще поработаем. Все-таки молодая легавая иногда жадничает. Об этом говорят даже профессионалы на таске.
Но я думаю, это переходящее, и мы это поборем. А вы оставайтесь с каналом На Привале. Всем всего хорошего, до новых встреч!